Больше времени на работу с пациентами, меньше с документацией. Для повышения качества медицинских услуг в Самарской области начнет реализацию проект «Бережливая поликлиника». В пилот включены Тольяттинские поликлиники номер 2 и номер 3, а также Самарская поликлиника номер 13. Проект стартовал 3 июля и рассчитан до конца 2023 года. За это время медицинские сотрудники пройдут необходимое обучение для эффективного обслуживания граждан. Сберегаем. В первую очередь время, мы сберегаем ресурсы, в том числе наши людские, которых очень мало. Все знаете, что у нас напряженная ситуация в поликлиническом звене с кадрами, как с врачами, так и со всеми работниками. И мы сберегаем время наших пациентов, их нервы сберегаем, и в конечном итоге мы сберегаем их здоровье. Инициатив поступает очень много, мы все эти инициативы регистрируем, как от сотрудников, так и от пациентов. Потому как всегда человеку на месте, будь то участковый врач, будь то участковая сестра, им всегда есть что предложить для оптимизации как своей работы, так и условий нахождения в поликлинике пациентов.